Как стать святым? Секрет простой. У нас есть книга, самое важное для нас – это Евангелие. Если мы будем руководствоваться этой книгой и будем исправляться к лучшему, будем стремиться к лучшему. Но не будем стремиться к святости, а будем стремиться к тому, чтобы стать лучше. Господь, я думаю, наши труды зачтет. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Для чего нужны колокола? Колокола нужны прежде всего для того, чтобы человек, который находящийся вне храма, мог знать, что в храме происходит. Вот. Поэтому издревле колокола имели чисто практическую ценность. Ну, конечно же, увеселительную, но прежде всего практическую. Вот. Для чего так много? Для того, чтобы можно было определить и разделить статус службы. Вседневная служба, полилейная служба, великопостная служба, всеночное бдение, воскресное, пасхальное. А если из истории, колокола нам были, как это ни странно, навязаны. Да? На Руси колокола долго не принимали. Они считались каким-то таким вот, как католическим таким атрибутом, символом. Но, сделав большие подарки нашим царям, они были вынуждены строить подколокольные сооружения. Вот таким образом потихоньку стало внедряться колокольное искусство и на Руси. Вот у нас колокола, они делятся на три группы. Это у нас зазвонные, которые в правой руке, да, вот веревочка. Это подзвонные под левой рукой и под правой ногой, ну или под левой, да, там уже как удобно. Вот у нас благовестник. Значит, звоните так. Начинаем звонить с любой группы, допустим, с подзвонных. Потом подключается зазвоны, потом подзвонные, потом благовест. Ну, традиционно начинаем всегда с благовеста. Потому что благовест, вот чем больше колокол, тем дальше его слышно. Этот храм на крови. Вот. Хозяин, как я вам сказал, живет вот здесь вот рядом, вернее, не хозяин, а строитель этого храма. Вот. И его брата в 90-е лихие когда-то здесь вместе с его водителем расстреляли. Их звали Николай и Владимир. А? Прямо на этом месте? Да, вот здесь вот расстреляли, да. Бандиты. Конечно, я думаю, лучшей помощи для своего погибшего брата он придумать не мог, потому что в храме, когда постоянно за тебя возносится молитва, это, конечно, здорово. Он очень уютный, во-первых, потому что деревянный, вот. Вот эти бревнышки, они как-то вот напоминают о какой-то русскости такой вот, вот, как изба бревенчатая. Ну и потом как-то вот, не знаю, тут уже вот создалась определенная община, люди друг друга все знают, и поэтому обстановка такая семейная. То есть я, оставаясь клириком Александра Невского собора, теперь служу еще здесь по выходным и по большим праздникам. То есть вот так вот, на два фронта, то там, то здесь, как Фигаро. Не тяжело? Нет, потому что я все равно в эти дни был бы занят только какими-то другими вещами в Невском соборе. Вот. Но единственное, что, конечно, вот скажем, отслужить одному пасхальную службу, это непросто. Когда у тебя ни пономаря, ни диакона, когда ты один за всех, вот это да, это действительно тяжело. Я первый раз на себе это испытал, и это было действительно трудно. И субботняя вот эта служба, Великая Суббота, она тоже очень большая. Вот тут, конечно, вот этот день и ночь были. А так, в общем-то, чего, ничего страшного. Обычная работа священника. Ага. Ну, знаете, вот они вроде небольшие, эти колокола, да? Но настолько точно, я вам как музыкант могу сказать, вот, что настолько точно выверен звук, что звучит очень стройно. Звучит стройно, прям как вот на хорошо отстроенном инструменте играешь. Очень четко все подогнано. Точный звук очень хороший, прям как по камертону все выверено. Вот смотрите, как они стройно звучат. Вот аккорд прям четкий.
Это называется храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Он строился в период с 1996 по 2001 год. Конечно же, здесь строители что-то уже нарабатывали, какие-то строительные возможности для воссоздания того собора. И уже когда был, отстроен этот собор, храм в честь Казанской иконы Божией Матери, президент Волков, первый президент Удмуртии, с владыкой Николаем, митрополит Николай был тогда, управляющий епархией, поднялись на место будущего храма, увидели и обсудили уже вопрос, что здесь надо возродить собор, эту жемчужину Удмуртии. У нас есть звонница небольшая у храма, там все желающие могут позвонить. Идея строительства этого собора возникла после разрушительного пожара 1810 года, который уничтожил большую часть тогдашнего поселка Ижевского завода и уничтожил единственный деревянный храм в честь пророка Божия Илии. То есть верующие восстановили свои жилища, подумали о доме Божьем и обременили себя идеей строительства каменного храма. И только лишь в 1820 году приступили к строительству этого собора, которое было завершено всего лишь за 3 года. 3 года – это построить такой собор, это даже по нынешним меркам, это что-то невероятное. То есть даже в наше время при нынешних технологиях построить такой величины собор – это достаточно большая проблема. Это, конечно, поклон в ноги нашим предкам, которые могли. В 2015 году было объявлено такой некой акции под названием «Вернем голос кафедральному собору». Кафедральному собору Александра Невского. И на пожертвование прихожан была проведена реконструкция нашей колокольни. Были заказаны новые колокола. Зачастую те люди, которые научились звонить в колокола, прибывают в храме, мужчины, они чаще становятся священниками. И появился один звонарь, послужил какое-то время, попономарил, позвонил, его располагают священники. Опять нет звонаря. И каждый раз проблема. И есть такое замечательное ноу-хау нашего времени, это система электронного звона. Это система приводов электрических. И в зависимости от количества колоколов на колокольне, они могут выполнять различные звоны. То есть их количество варьируется от 50 до 100 с лишним. Начало нашего прихода, начало храма начинается вместе с селом Завьялово. А в этом году юбилейная дата, 270 лет селу Завьялово. И, конечно, история села Завьялово начинается прежде всего, конечно, с прихода, с Никольского прихода. Так вот, по благословению священноначале был построен сперва здесь деревянный храм святителя Николая Чудотворца. Потом, в более позднее время, прошло определенное время, согласно истории исторических данных, храм сгорел деревянный. Потом было решено строить храм каменный. Во время советской власти в
1937 году этот храм был закрыт. Естественно, как благодаря усилиям предыдущего настоятеля, который был как раз вот в начале 90-х, протоиерея Сергия Кондакова, храм был восстановлен, потому что не было ни колокольни, не было ни купольной части, потому что колокола все-таки вещь очень дорогая, вот, и не каждый сельский приход себе это может позволить. Вот. И слава Богу, колокола есть, и я считаю, что уместно поддерживать вот эту традицию на пасхальной седмице, звонить в колокола. Слава Богу, у нас есть туда доступ. Слава Богу, что у нас колокола в хорошем рабочем состоянии, поэтому почему бы нет? Ведь этот колокольный звон возвещает о радости воскресшего Спасителя. Можно ли Дмитрию надеяться на продолжение карьеры звонаря? Как вы считаете? Конечно, конечно, очень хорошо получается. По благословению Митрополии мы посетили 5 православных храмов Ижевска и Завьялова. Позвонили в колокола и знаменовали тем благую весть, что Христос воскрес. Мои личные впечатления абсолютно полны восторга и радости, потому что мне уже 35 лет. Я впервые вообще, как человек православный, наконец осмелился и осмелел, забрался и позвонил во все колокола.